Ребята, всем привет! Всем привет! Сегодня суббота, сегодня прекрасный день, сегодня день рождения у моей мамы. Чувствую я себя так же, даже немного хуже было утром. Сейчас вроде лучше, и я могу заявить, что самовнушение работает. Я вчера весь вечер себя внушала, что завтра со мной будет все хорошо. Со мной, в принципе, все хорошо, только глаза слезятся, и сопли текут, голова болит. Но я не могу просто весь день этот лежать. И я сейчас иду готовить, накрывать на стол, сервировать стол. Я уже привела себя в порядок, накрасилась, чтобы выглядеть более-менее в кадре. И сейчас идем, Ванюшечка будет наш открывать свой пятый подарочек. Они сейчас с мамой моей играют, я пытаюсь поменьше контактировать, потому что я не знаю, простуда это, либо какой-то, я не знаю. В общем, да, я стараюсь особо. Ой, что это вы тут делаете? Лепите? Выдавливать уже, Ванюш, покажи маме, как ты надо. Да, у нас скоро будет. Мы уже купили набор. Просто он будет искать свои подарочки. Так. Так, а ну-ка музычку поставьте на паузу. Супер. Ванюшенька, сыночек, будем открывать пятый подарочек? Да? Будем? Давай, папочка тебя поднимет. Бери. Давай, бери пятый. Один. Вот, да. Стой. Опа. О, молодец, один взял. Какой? Какой ты молодец, сынок. Ой, а что там? Что там? Ой, упала. Давай еще раз. Вау, это шериф. У тебя такой есть, только побольше. А где такой же шериф? Эти завтра. Сегодня вот подарочек Поварёна. У тебя. Классный? Смотри, какой у тебя шериф. Вау. Я буду целая коллекция, сынок. Да, только никто не знает, где все. Я машинки. Их буду потихоньку собирать в какую-то отдельную эту, может, коробочку или гараж. Я не так складывать вместе. Да. Научи его в коробку маленькую. Да. Чтобы он их не растерял. Потому что я не знаю, где они сейчас находятся. Он их любит, но он любит их бросать. Поэтому... Он их везде с собой носит? Да. Ой, что это у тебя на кофточке? Машинка? Ой, какая новогодняя у тебя кофточка. Кровать мама нет, что, да? Прогадала с этим? С размером, что ли? Не, ребенок просто очень бери все теперь побольше. Да я взяла аж побольше. 86 размер. Все, бери 88. Нету 88, есть 92. А 92 большой. Я некоторые 86-е, они большие, вот так. Ну это уже на улице ты ее не наденешь, потому что поднял руку и в садик, значит, ее мы уже не наденем. Не, ее надо просто вот так растянуть. Да, сейчас я все сделаю. Ладно. Новогодний мой ребеночек. Ой, какой шарик. Хорошо, что он пластиковый. Все, кузов будет в тепле. Вот, смотрите. Все, красавчик. Все в тепле? Мамачик. Маме с утра пришел букет. Вот такой вот мы ей подарили. Теперь будет украшать пока что на нашу кухню и зал, ну и столовую. И потом будет украшать уже у мамы с папой дома. Очень красивый букет. Я в последнее время люблю вот этот эвкалипт, да, называется. Он очень красиво, нежно смотрится. И розы. Так, смотрите, какой беспорядок у нас на кухне. Сейчас я буду это все дело убирать. And I hope you know that I thank you for making me see it.
Сейчас заварю себе чай и буду по ходу, пока готовлю, еще чай с имбирем, лимоном и медом пить. А мама с вами ищет все манюшки в машинке. Ну, какую-то коробочку, чтобы их все не растерять. Все. Я огурчиком. Я готова. Так что, пожалуй, приступим. Смотрите, кто у нас проснулся. Поспал. И вышел на прогулочку. Мы тут играем в бадминтон втроем. Прикольно, кстати. Но сложнее получается втроем играть, чем вдвоем. Ваня! Ваня! А ну беги сюда, красавчик! Какая у тебя шапка классная! Вот это было падение! Как футболиста настоящий! Прям рыбкой нырнул! Ты мой молодец! Ух ты, как ты умеешь! Ну-ка еще раз! Ого! Ничего себе! Скажи, этот комбез это просто... Что-то с чем-то. Как в нем бегать? Какой классный. Лыжный, да? Ну да, это зимний такой. Переобуться? Хочешь другие будь? Неудобно в этих. Хочешь в этих? С машинками? А у тебя же Маккуин, нет? Хочешь переобуться? Ну давай я тебя переобую. Ох, смотрите, разувается сам. Закончилось место на флешке. Снимаем уже концов, уже финальный результат всего, что я приготовила. Полностью разрядила батарею. Что никто не ел, ну, кроме Ванюшки. И 4 часа дня, и еще никто не ел. Все очень голодные. Ой, я очень голодная. Ну, надо было позавтракать все-таки. И потом начать делать. Потому что это, конечно... Ну, я нормально, я йогурт съел, там, еще что-то там покос... Ну, все покусочничало, по чуть-чуть, кофейку попили. Все, скинули. Ладно, давай, чаечек с тортиком.
У нас сегодня 5 число. Открываем 5 ячейку. Ух ты! Hot raspberry. Raspberry — это же малинка? Вроде да. Чтобы найти новый путь, нужно сойти со старой дороги. Так, великолепие, сладость, бла-бла-бла. Малины, да. Малиновый будем. Слушай, такая упаковочка красивая. Угу, нарядно. Можно в рамочку. На стенку. Да я уже... Ой, как пахнет вкусно. На, это нам с тобой будем заваривать. Мы с тобой экономно один пакетик на двоих пьем. Ну, блин, нет больше пакетиков. Могли бы хотя бы пожевать. Ммм, как пахнет. Очень красиво. Только мы торт же, не показывали. Мы же все скушали. Было все безумно вкусно. Мы прям там совсем чуть-чуть осталось. Мы прям кайфанули. Ванюшка ест тортик. Сынок, Ваня, вкусно? Этот ребенок не обманет. Ты кушаешь? Что, на ручки попало. Слышно, пальчики. Смотри, мама скушает. А где Лили? Мы решили поиграть. Кушать никто не хочет, мы так наелись. Вот, сейчас чай будем пить, играть в Катан. Такое вот у нас огромное поле. И самое вот это вот долгое, ужасное, это вот раскладывать его. Да, это ужасно. Вот, можно было бы так раз, и сразу уже все готово. Да, обычно этим занимается Ваня с Димой. Вот, а мы с мамой там готовим чай и все такое. Ой, я отлежалась. У тебя нет жена? Получше, но голова все равно трещит. Все. Так, 12, просто идеально. Я выиграла. Вы посмотрите. Я белый не нравится. Смотрите. Пум-п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 ум. Сейчас за копирайт тебя видео забыл. Да, у нас тут семечки, все дела. Я выиграла. Первый раз. А то. Ребят, мы уже все разошлись по своим комнатам. Сейчас будем умываться, собираться, ложиться спать. Я себя чувствовала намного лучше под вечер. Прям вообще очень хорошо. У меня пропала заложенность носа просто моментально. И голова не болит, но немножко ноет. Вот, знаете, в висках. Чуть-чуть совсем. Но это, блин, это вообще ничего. Я чувствую себя прекрасно, готова рвать и метать. Поэтому я сейчас умываюсь и ложусь спать. Логично же. Все, ребята, всем спокойной ночи. Спасибо, что были с нами. И всем пока-пока.